Здравствуйте, мои дорогие друзья, я Александр Пичуев, как всегда с вами, и по просьбе подписчиков, и для тех людей, которым сложно бывает снять порчу, и всякого бреда в интернете, конечно же, хватает, и тех людей, которые у меня тащат, как говорится, мой труд, ну, пускай отсохнет у них все, что им дорого, а мы перейдем к важным темам. Более важным бывают и домохозяйки, и родители с детьми, когда или с ребенка, или с кого-то родных не получается снять приворот, отворот, рассорку, или просто порчу даже, или с глаз, да. Мной был придуман талисман, простой, быстродейственный, переклад на огонь. Порча, проклятие, или рассорки, или приворота. Он общего действия, но очень себя хорошо показал, поэтому я делюсь, так как считаю это нужным, чтобы люди знали, чтобы умели сами решать эти проблемы, а не обращаясь к высококачественным магам-колдунам, которые миллиарды там запрашивают, а потом бросают людей на деньги и избегают. Такого не должно быть, как говорится. Все-таки люди должны уметь тоже решать свои проблемы. Что нам понадобится для того, чтобы перекласть порчу или сглаз человека, естественно, человека, знать его инициалы, данные. Также нам понадобится обычный листочек. Вот. Дальше вы на листочке против часовой стрелки наносим линию, кружочек, потом сверху, снизу полосочка видим, да? Можете просто фломастер макнуть в спирт хотя бы, если нет шафрана, еще что-то, да? Просто макните в духи или спирт, тоже пойдет. Работает, проверено мной. Вот. И дальше пишите против часовой стрелки. Линию прочертили, потом, как говорится, оканчиваем с конца индоли и прописываем огненные символы. Как только вы это нанесли, на листке здесь же пишем свои данные или того человека, с которого вы снимаете. Нам понадобится 3 листка таких белых, не в клеточку. То есть 3 листка, на 3 листках вы написываете данный символ. После этого вы, как говорится, естественно, в какую-нибудь мисочку найдите, да, там железную, металлическую. И в нее мы опускаем, как говорится, поджигаем листок от свечи, кладем. Он загорается, первый листок, и вы просто говорите, прошу духов очистить такого-то от приворотов, порч, негатива, сглаза, рассорок и так далее. Потом второй листок также говорите, прошу очистить такого-то человека от порч, проклятия, негативных энергий или рассорок. Сжигайте. Итак, третий листок тоже так же говорите, поджигаете и, как говорится, говорите об этом. Таким образом, естественно, визуализируем, представляем, кого вы чистим, от чего. Все быстро срабатывает, потом просто пепел лежит день в мешочечке дома, потом вы его через день выкидываете, естественно. Ну, свечка у нас горит, как говорится. Как говорится, она не обязательно, но от нее поджигаем, как говорится. Ничего сложного нету. Ритуал действенный, способ действенный. Всем удачи, успехов, с вами был Александр Пичуев. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, будет много чего интересного. И удачи вам и здоровья, кто попал на канал. Удачи!